В этом году дагестанские рынки ждут некоторые изменения. Об этом говорили на совещании в Роспотребнадзоре. В число озвученных предложений проведение налоговых проверок на всех предпринимательских точках. Это принесет дополнительный доход в республиканский бюджет. Также планируют навести порядок с размещением торговых точек и документацией. Роспотребнадзор намерен проверять всех продавцов на санитарно-гигиенические правила. За последние 8 лет ведомством было выписано более 2000 предписаний на сумму свыше 3 миллионов рублей. Я думаю, эту работу надо было, может, даже чуть раньше собраться на зону. И то, что мы сегодня собрались, это очень важно, потому что все-таки сегодня большое внимание уделяется республике на рынки, хозяйственные рынки, специализированные рынки, на универсальные рынки. И большая работа проводится и для того, чтобы привести их в соответствие.